Йо-йо, кочерышки, и мы будем вместе с вами проходить так называемую игру Spec Ops The Line. Я не знаю, насколько это затянется, может на, блин, ну частей, ну может 8-9, смотря сколько я буду играть. Ладно, давайте начнем. Давайте выберем, ну сложность боевая операция, ладно, посреднее такую. Не могу его стряхнуть! Притормози и держись ровно! Совсем спятил! Выполняй! Бом-бом, конечно, однако. Готов! Ага, вот еще! Вижу! Давайте сбить вертолет, а теперь давайте сбивать. Ой-ой-ой-ой-ой, а что у нас так много дамажит? Или это у нас не дамажит? Я не знаю. Побыстрее, никак нельзя! Адамс, жми! Жми! Ой-ой-ой, еще один. Ой-ой-ой-ой-ой, бам! Нормально, крайне попал. Локер, сними его! Ой-ой-ой-ой, нахожу на музыку. Ой-ой-ой, это нас точно дамажит, пацаны. Ой-ой-ой, да понятно. Опа, нормально. Черт, это то, о чем я думаю! Ага, буря! Сейчас накроет! Так вытащи нас отсюда! Пока не на хвосте не могу! Тогда давай туда! Бурю, ты псих! Сейчас я узнаю! Так, о, прям через дома, да вот этот вертолетик какой дома. Ребят. А, нифига. Прям вертолетик-то разрешло, а разрешло краником. Держитесь! Ой-ой-ой, Габелла, Габелла? Да, Габелла, блин, Габелла. Жестко. Загрузочка. Как все начиналось? Можно ли считать Джона Конрада великим человеком? Не знаю. Я помню, однажды в Кабуле он полмили тащил меня к вертолету эвакуации. Так что я не объективен. Вау. Но факты не лгут. Медалька. Этот человек герой. Помните первые бури в Дубае? Наверное, тогда вы сидели дома и смотрели телек. А Конрад в то время выводил проклятых из Афганистана. Он не поехал домой, а отправил свой батальон на помощь мирным жителям. А вы, что сделали вы? Говорят, Конраду приказали покинуть город. Но он отказался. И батальон остался с ним. Вау. О том, что произошло дальше, мало что известно. Ясно только одно, бури стали сильнее. Намного. Последние вести из Дубая были о том, что Конрад выводит из города караван с выжившими. Караван с выжившими? Жестко. Офигеть, красивый вид тут вообще бом-бом. Две недели назад мы поймали этот сигнал. Это полковник Джон Конрад. Армия США. Попытка эвакуации Дубая закончилась полным провалом. Ой-ой-ой-ой-ой. Потери... Так чё, мы будем тогда выживших искать, их выводить из Дубая, капец. Жёстко.
О, буря. Эй, Кэп! Капитан Уокер! В чем дело? Тут ситуация, сэр. Критическая? Нет, сэр. Тогда к командиру, сержант. Вас понял. Лейтенант Адамс. Вау. Да, сержант. Докладывайте. Конечно, жестко. Обстановка набухла. Как это набухло? Так, сэр. В зоне с кодовым названием «Мои подштанники» произошло восстание. О, прикольно. Заткнись, балда. Капец. Мы в Дубае, господа. Ага, все глухо. Посмотрим, сержант. Нашел источник сигнала? Да, сэр. До него ярдов 800. Значит, через 800 ярдов мы узнаем, кто тупей. Ты или разведка. Ого. Жестко. Не будь я боевой машиной, загрустил бы. Флаг перевернутый, нифига. Интересно, что это значит. Помните, что тут официально никого нет. Нас тоже никогда не было. Действуем по инструкции, ясно? Все вот. Ясно. Бежать на так, пробел. Укрытие. Шух, укрытие. Для быть прицеливания. Начеку. Есть движение? Нет, все чисто. Окей. Погнали. Ой-ой-ой. Ух, это шламба. Что случилось в Дубае, тут и остается. Идем, пора спускаться. Погнали. Так точно. Ой. А. Как-то случайно нажал. О, погнали. Сейчас с троса будем спускаться. Ура! Жух. Довольно, Луга. Я просто шучу, босс. О, это кто? Отставить юмор, у нас боевая офигеть. Задача. Интересно, задача? Что это за животное? Мы просто тычем палкой в дохлого пса. У нас приказ. Смена найдем оружия, кого-нибудь, покидаем Дубай. Вау. Выходим на связь, штаб высылает отряд, и мы валим домой. Погнали, погнали. Эй, вы слышали это? Подкалываешь? Обижаешь, приятель. Здесь никого нет. Это радиосигнал. Ха, зуб даю, я что-то слышал. Пошли, поскорее бы закончить. Войдите в Дубай, найдите источник радиосигнала. Эй, о, во время передвижения можно shift нажать. Да ой-ой-ой, это кто? Кому мы нужны? Ну и хрен мы тут торчим. Капец. А Луга, в общем, прав. Теперь ты на его стороне? Где он прав, там прав. Штаб велел осмотреться, вот мы и смотрим. Не знаю. Могли найти дело получше для умных и сильных красавцев из Дельты, вроде нас. Считай, что ты в отпуск поехал. На будущее знай. Я люблю пляжи, где втрое больше девушек, чем жмуриков. Нифига, конечно, да, отпуск. Какую хрень ты несешь? Нет, никак нет, сэр. Иначе сбиваюсь с ритма. Контрол, чтобы сесть. Тут такое вообще какой-то апокалипсис в Дубае произошел. Мне кажется, что за нами следят. Класс. Видели бы девки, как я круто смотрюсь. Похоже, мы пришли. Вау, а это что? Автобус. Ну тут да, да конечно, да. Буря постаралась на славу. Что это такое? Аварийный маяк, но не стандартный. Кто-то сделал из запчастей. Вау. И кто же? Да без понятия. Компьютер. А, черт. Уокер. Взгляни вот на это. Ой-ой-ой, шеньки-хо-хо. Вот черт. Ой-ой-ой. Да не то слово. Труп свежий. Да, хуже, он из 33-го. Офигеть, он из 33-го? Наверное, те там же что, люди, кого-то рассказывали в катсцене, что 33-й батальон выводил был да этих ладно. Выживших. Мы скоро все выясним. Ого, они живые, я думал, это трупы. Я капитан Мартин Уокер. Мы ищем выживших. Да? Чтобы всех перебить? Башни лжи. Wake up, Миссуны, нам раш. Знаете фарси? Может быть, мы лучше поймем друг друга. Эгерин торим хер безеним. Молодец, Луга. Да, плохо. Капец. Сербазы американцы, мы джастим кеком экетхоним.
Видишь автобус вон там? Он полон песка. Если прижмет, стреляем по окнам, выиграем время. Окей, чертов 33-й. Блин, ладно, стреляем, пацаны. Опа, нифига. Офигеть, вот это экшен. Это что еще за придурки? Беженцы, уцелевшие так, в буре. Так, во, пацанам отчет все габелом. Нужно доложить штабу, пусть тоже знают. Ого. Да ради бога, они же не будут стрелять, пока ты звонишь на родину. Закройте рот и стреляйте, мать ваша. Ой-ой-ой, пулемет, ой-ой-ой-ой. Тут, кстати, еще можно из крипта свой стрелять. Поглушим. Нифига не, конечно, Рэмбо, пацаны. Прямо в мясо пошли. Принято, зачищаю. На, пацанам, вообще все, пацанам габелло. Чисто. Разнес. Не стойте, они сзади. Сильно-то контрольная точка. Воу! Где он? Нифига, Луга бессмертный, прям перед гранаткой только стал. Скажи ему конец. Луга, о, давай. Есть, бам! Жесткий Луга, я посмотрю, он тут снайпер. На крыше автобуса! На крыше автобуса. Понял, да не, чувакам этим нубасикам вообще габелом. Бам! Да не, все, габелло пацанчиком. Двигай к тому ящику. Ну, пока знаете, все просто, в принципе. Бам! Что нам с ним делать? Добить? Давайте добьем. Ой-ой-ой! А что так жестоко? Я думал, мы спасатели. А это что? Что это было? Ого! Я принял сигнал бедствия. Подключай. Штаб 33-й, это патруль Альфа. Мы атакованы. Повторяю, мы окружены повстанцами. Нужна помощь. Черт, Марсон ранен. Нужна помощь. Блин, ну что, мы кого-то сейчас пойдем спасать? 100 ярдов. Вперед. Ой-ой-ой, 100 ярдов. Черт, противник. О, край укрытия. Взял червок из укрытия, окей. Локер, срочно разберись с пулеметчиком. Локер, нас прижали. Обойди турель и уничтожи ее. Обойти турель? Блин, пойдемте. Он защищен, отсюда не снять. Так, идем. Ой, все, и пацанам-то бам. О, взрыв, бам. Нифига. На крыше, жестко. На 12. На крышу, ой-ой-ой-ой-ой. Противник на марше. На, пацанчик, габелло все. На. Сюда. Погнали. Мэйдэй, это патруль Альфа. Нам срочно нужно подкрепление. Кто-нибудь слышит? Капец, реально какие-то чуваки в беде. Альфа, слышите меня? Мы движемся к вам. О, еще один чувак из 33-го. Мартин, кажется, он мертв. Ты ранен? Кто там еще с тобой? Нас четверо. Мы целы, но патронов мало. Долго мы их не удержим. Ладно, не дрейфь. Мы уже рядом. Погнали. Что у нас тут? Фюзеляжи засели наши парни. Нас не заметили. Используем глушители. Это мы с ними их пока нас не видят. Во, сейчас будет стелс, капец. Погнали. Враг убит. Цель. Хорошо, двигайся дальше. Не высовывайся. Чао. Так, все, погнали. Дайте я перезаряжу свои два патрона. Так, теперь погнали еще. По стелсу. Так, теперь этих двух челиков надо снять.
Враг убит. Цель поражена. Что, мы поставимся? Проберемся туда в кораблик, этого самолетку, корабль. На крыле! Вон, видишь? Так, так, тихо, 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 дайте ему глушак. На. Как я в него не попал? Берегись, у него с РПГ, нифига, алё, чуваки, чего такие бешеные? Так, бежим, бежим, бежим. Пошел. Блин, еле-еле в него попал. Офигеть, там голоса слышны. Там что, реально штурм идет? Ого! Блин, у меня вот патрон мало, может лучше калаш взять. Погнали, лучше калаш возьмем. Блин, на нем еще меньше, ну ладно. О, я еще нашел патроны, капец. Вот так, пацанчиков-то разваливаем. Ой-ой-ой-ой-ой, пробежали, хорошо. На них сейчас обойдем. Капец, моя команда их разнесла вообще за секунду. Ой-ой-ой. Всем назад! Я убью его! Черт! Они взяли заложника! Так, успокойся и отпусти его! Не смей подходить ко мне! Быстрее, Уокер! Действуй! Да ладно, погнали! На, на, на! Просто расстрел пацанов! Опа, разнесли вообще! Перезарядка! Фух, спасибо бойцов отряда Альфа, выполнено! Фух! Поторопитесь, Роско. Босс, он умирает. Мы вам поможем, только держитесь. К черту! У них Макферсон. Найдите его. Обязательно, только куда они его увели? Макферсон? Его забрали. В гнездо. В гнездо? Гнездо. Так, ладно, а что с Конрадом? Он еще жив? Твою мать. Луга, отметь тела на карте. Адамс, ты ищи следы. Я должен понять, капец, что за херня здесь творится. Вижу следы, идут на север. Мы пойдем по ним. Не, ну знаете, экшончик-то уже хороший, такой хороший, мне нравится. Просто интересно, что дальше будет. Должен сказать, что наше задание этого не подразумевало. Ну да, стоило найти трупы наших солдат, и операция стала спасательной. Капец. К черту приказ, согласен. Если страдают люди, то к черту такой приказ, Луга. Вертолет разбитый, нифига. Если Конрад жив, а я думаю, да, он согласится со мной. Вот следы. Вот вам и гнездо. Да, странно. Прямо постапокалипсис. Ну, соглашусь, соглашусь, Луга. Тут реально какой-то постапокалипсис. Убили солдат и одного похитили. О, челики. Может, давайте их тоже по стелсу вынесем. Погнали. Они знают, что мы здесь. Нифига, где глушак, Луга? Капец, Габелла. Скорее всего, сейчас выбегут на нас бомжи. Да, бежит, бежит. А, блин, капец. Гранаты. Не знаю, что они там орут, в каком-то арабском или чем там. Ой-ой-ой. На, дурак. Я полный разнос тут, пацанчик. Ого, гранатку бросим вон туда. И вон туда, например. О! Дымовая завеса? Что ли? Атаман? Что? Я не понимаю, что они орут вообще, рофл.
О, бегут кучерышки, на! Куда бежим? О! Погнали. Кажется, все чисто. Ладно. Надо патрончики дальше. Сейчас с них пособирать, это вообще на калаше нет ничего. Громкоговорители. Самодельные, как и тот маячок. Нормально, патрончиков подсобрали. Гранаты, я хотел гранаты взять, а тут только три можно взять, капец. Новости. Подлое нападение на 33-й батальон. Ну все, ребята, перемирию конец. Повстанцы, желающие сдаться, идите без оружия к любому блокпосту для обработки. А теперь продолжим нашу передачу. Передачу? Тут что, какой-то вещатель есть? Здесь творится странное. Странное? Да просто за гранью. Мало того, что в Дубае люди, тут еще и диджей свой. Нужно выбраться. Диджей? Нифига. Нет, рано. Конрад и его люди ждут помощи. И этот боец приведет нас к 33-му. Убедимся, что все в порядке, и выйдем на связь. Погнали. О, куда бежим, молодой? Цель мертва. Заряжаю. О, гранатки. Патроны. Ура! Наконец-то, пацаны, патроны. Ой-ой-ой-ой-ой! На. Движущаяся цель! Уничтожен! А, на крыше еще. Тихо, на. На, по-хэдшотик, по-хэдшотик, пацанам. Так, гость, прыгнем. Шевелись, я прикрываю! Развернуть турель. Офигеть. Стекло? Ой, блин. Осторожно, у него дробовик! Внимание, движение! Так, фух, ну все, погнали. Да тихо, куда ты бежишь, молодой? Погнали дальше. Или, может, дробовик стоило взять или ПП вместо пистолета, ну ладно. Оскар. Оскар возьмем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, я смотрю, тут гранатомет есть подствольный. Блин, с рука не попала, вот туда к ним. Но, нифига, пацанам все, пацанам габелло. Бам. Патроны, вот патроны возьмем. Голочи перебежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на грани, на грани. Мне сейчас и слить было бы вообще габелло. Капец, игра что-то замедлилась. Так, тихо, дайте я подхилюсь немножко. Сижу. А там что за дым идет? Странно. Очень сложняется, точно. Буря сейчас идет, нифига. У нас тут Афганистан, а тут буря будет. Ой, капец, ой, капец. Надо еще челиков этих разваливать. Я их не вижу еще. Ой-ой-ой. Вау. Куда он засасывает? На, на. Офигеть. Блин, ну что? Капец. Куда-то провалились. Адам, слуга, отзовитесь. Я здесь. Капец, откуда мы упали? Я же сказал, а! В норме. Отлично, тогда вставайте. Чё, оттуда упали? Офигеть. Мы перемахнём. Кажется, как раз в том отеле, куда направлялись. Хоп. И как нам выбираться? О, калаш. О, патрончики, офигеть.
Например, через дверь. Бутылки, а их можно тут расстрелять, интересно? О, да. Черт, заперто. Все, расстреляли бутылочки, пацаны, так, к счастью. О, тут еще. А подойти надо, погнали, подойдем. Мы в ловушке. Да уж, попали. Вижу противника. Что делаем? Эй, они еще живы! Офигеть, а их не снесло, я думал, они погибли. Блин, и солнце отсвечивает, я никого не вижу нормально. Ого! Слева вижу. Еще на сцене ползут. Еще, чувак, на. Так, бежит. Блин, я не попаду. О, бегут. На, по ногам. Так, достигнута контрольная точка. Что дальше? Сдаются? Не думаю. Слушай. Там что-то происходит. О, стеклышко поломаем. Что это? Что это? Уокер, мы сейчас взорвемся! Стой, что я дверь не могу выбить? Выбивай! Офигеть! Оу! Офигеть! Так, все чисто. Угу. Блин, было бы ГБЛ вообще полное, если бы мы не среагировали. Может, нам стоит еще раз поговорить с этими парнями? Мы же их спасать пришли. Не, это уже Роны. В прошлом. Эти ребята хотят не болтовни, а крови. Лука прав. Нам нужно выбраться и найти 33-й, пока их не порвали в клочья. Значит, стрелять. Перелезть можно. Ясно. И обратно, нифига. Конрада, он только вот так можно поделать, хоп. Оп. Слышали? Кто-то идет. Ой-ой-ой. Взрывчатка? Вы чем думаете? Они окопались. Делать было нечего. Вас могло засыпать, Кедрени Феня. Кедрени Феня? Что это за выражение вообще топовое? Где солдат? Тот, который с самолета. Внизу, сэр. Его охраняют? Постоянно. Так, пойду поздороваюсь. Агент Каставин, стойте. Что? Он же молчит, сэр. У меня заговори. Ну почему он так уверен, мне интересно. Это американец. Я заметил. С какой стати местные его слушают? И почему он враг проклятых? Не знаю. Черт. Сам и спросишь. Они еще живы. Разберитесь с ними. Нифига, взяли взглядами, переметнулись. А чувак вообще бессмертный в упор к нам пошел с дробовиком. Так, попытался. Тихо, куда ты бежишь, молодой? Ой-ой-ой! Следите за крышей! Там полно противников! Падет? Там никого не было, кажись. Мне показалось, что. А, тут есть. На! Перезарядка! Прикройте! А чё я пулемёт слышу? Там реально пулемёт? Офигеть! Воу! Тихо, бежим! Стали. Го, попробуем гранатку бросить. Вот так, на кровян. О, получилось! Знаешь, пулемёт. Говорит, огонь по окнам, го, по окнам долбить. Бам! Нифига. Движущаяся цель! Так, я сунул скопом. Не, ну скопом такое стрелять. Ладно, погнали. Внимание, дальше. Боец с дробовиком! Откуда? На. На, дурында. Покинуть здание! Буду не перекрещать. Ой. Действуем в обстановке. Понял. Так, нормально.
погнали дальше. Слишком сильный ветер! Вернемся в укрытие! Назад дороги нет! На лестнице! Вот тут еще чувачки. Черт, убейте их! Ого! Так что он творит? Он взял ко мне в упор, подошел, ко мне еще и ударил. Луга, попытайся вытащить нас отсюда! Я вижу еще один вход! Хорошо, веди нас! А где вход? Заряжен, перезаряжаю! Вижу. Капец. Твою мать! Ух, ну это было бешено, конечно, я соглашусь. Не расслабляйтесь, еще далеко. Нам нельзя терять время. Каждая минута может спасти чью-то жизнь. Следы ведут к шахте лифта. Тогда вниз по кроличьей норе. Ну, погнали. Следовать дальше. Задание выполнено. Контроль на точке. Найти заложника. Блин, ладно, я пока закончу на этом свою первую часть. Вторую часть начнем отсюда же и дальше по сюжету. Все, давайте.